Сьогодні до студії ми запросили Назара Хохолова, інструктора з особистої безпеки, поліцейський з тактичної та вогневої підготовки. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Назар, сьогодні от вийшов поговорити на ось таку тему. Давайте трішечки, мабуть, про вашу спеціальність, про підготовку. Ви готуєте поліцейських, так? Да. Дуже цікаво, у мене завжди. А дівчата та хлопці проходять одну і ту саму програму? Да, для всех все одинаково. Девушки, которые выбрали путь работы в полиции, они готовятся на том же уровне, что и мальчики. Нормативы у них немного, конечно, меньше идет на экзаменах, но в целом подготовка идет одинаковая. Кажется, что наоборот, навпаки, у девчат бажання больше. Можно так сказать? Возможно, просто женский пол так устроен, что очень целеустремленные люди, поэтому, возможно, соглашусь. Ну, тобто, якщо на вас напали, то якщо навіть дівчина з поліції, то треба її кликати, бо вона може так скрутити. Тим паче ми бачимо, що як кремезний інструктор, то чогось він там та навчає. У нас сьогодні була вже дівчина, яка займається карате, вона нам розповідала, як треба себе захищати. У нас був тренер вже з кікбоксингу, у нього були поради щодо того, як себе захистити на вулиці. Обидва, до речі, сходяться в тій думці, що найкраще та драка, якої немає. Так. Які ваші будуть поради, якщо от все ж таки таке сталося, що на вулиці напали на вас? Ну, наприклад, якщо от я дівчинка, маленька, і на мене от йде кремезна чолов'яга, що треба робити? Предположим, моделируем ситуацию. Вечер на улице, на вас идет молодой человек. Речь идет о лобовом столкновении. То бишь, когда вам идет человек навстречу, опять-таки, все в зависимости от ситуации. Либо это улица, либо это подъезд, лифт. В каждой ситуации нужно действовать по-разному. Но самое главное, что первое, нужно привлечь внимание, то бишь крик. И знаете, как не прискорбно звучит, лучше крикнуть пожар, наверное, чем помогите. Ну так, это уже все знают. Потому что, да, люди сейчас все равно опасаются, поэтому лучше крикнуть там пожар, помогите, я не знаю. То бишь создать шум. Если на человека это не повлияет, и у вас не будет никаких, скажем так, подручных средств самозащиты, можно применять как? Ваши ключи банально, то бишь ключ от подъезда, если еще у кого нет домофона, большие такие, знаете, взять в ключи, это может быть удар в область уязвимых зон, то бишь это шея, височная область, глаза, низ живота, пах. Это те зоны, по которым нужно работать женщинам, я считаю. Как ни крути, мужчина физически развитей, сильнее женщины. Если девушка не занималась никакими там видами боевых искусств, то я считаю, это единственное спасение, точнее шанс на то, чтобы как-то выйти из данной ситуации. Ну, это на улице. Вот вы кажете, если это у подъезда або лифт, ну, подъезд меньше простору, так. Меньше простору, там також поднимаем галас, так? Однозначно шум, то бишь привлечь к себе внимание, чтобы как-то психологически, возможно, повлиять на ситуацию, на нашего, скажем так, противника, угрозу потенциальную в сложившейся ситуации. Если вы находитесь в близком контакте с преступником, то бишь он, рассматриваем тот вариант, не когда он вас прихватил уже впритык, либо сзади, а то есть он вас взял за вашу верхнюю одежду, то бишь это куртка, футболка, не знаю. То бишь ваши руки, в принципе, изолированы. Что бы я советовал? Средней частью, значит, между указательным и большим пальцем, то бишь можно ударить в область КДК. То бишь резким движением. Второй, прямым ударом. Прямой удар идет, да, в область КДК. То бишь все понимают, какой бы ты ни был, да, большой парень подготовленный, то есть кадык ты не защитишь. Но это должно быть внезапно и резко. То бишь удар, значит, с вот этой вот областью. Вторая рука у нас, предплечье. Вот. Понятно, что у девушки рука нежная, но поэтому рука должна быть немножечко присогнутая в локте, чтобы не сломать локтевой сустав. Наносится удар в область шеи. Если будет такова возможность, ударить в пах подъемом ноги, ну, то бишь в районе тобто, ниже голеностопа. Запам'ятовуйте, три основних удара. Спочатку прямим ударом, частиною між великим та вказівним пальцем, ми б'ємо у кадик. Потім іншою рукою, предплечем, б'ємо у щелепу, ну і звісно контроль шиї. Область шиї, ближе к затилку. Бити куди? Ближе к затылку, область. И контрольный удар у пах. В пах. Обязательно пах, потому что, ну, я думаю, все понимают, почему. Мы, как бы, разумеем, в трех сидимо и разумеем, что это будет дуже боляче. Вы казали, если нет при собі никаких засобів безпеки. Про это хочемо поговорить. Які зараз основні? Це так і залишилось, що це шокер та спрейовий балончик перцовий, так? Все верно, смотрите, но, как на моє мнение,
Я считаю, что те товары, которые у нас есть в свободном доступе к обычным гражданам, они не будут столь эффективны в данной ситуации. Конечно, они могут и сработать, но я бы на них так сильно не полагался. Опять-таки, если девушка будет находиться, как я уже сказал, в подъезде, либо это будет лифт, если это будет, значит, баллон облачного действия, то, бишь, скорее всего, она тоже пострадает. То есть как-то уже спорно. Шокеры, которые опять-таки в свободном доступе к гражданам, они не имеют той силы, чтобы вывести противника из строя. Я считаю, что оптимально нанести какие-то увечья противнику. Но опять-таки, чтобы это суметь сделать, нужно иметь как минимум хороший дух, скажем так, в такой ситуации не каждая шокеры, девушка проявит. Если начинают купувати, то це просто щоб налякати. Возможно, ну или просто для своего самоуспокоения, скажем так. Ну, это, вы знаете, может не краще тренувати все ж таки три удари у основні болеві точки, то буде дієвіше. А можна якось зробити, чи буде це дієво, наприклад, удома? Мені батько розповідав, що в свій час, коли він був малий, він робив змість з перців. Тобто червоний, чорний, сіль, і клав собі маленький мішочок до карману. І коли на нього там було таке, що нападало, він просто дмухав та вбігав. Чи буде це дієво? Чи буде це працювати? Як ви гадаєте? Ну, знаете, так это у нас такой дворовой, да, народный метод. По сути дела, это тот же перцовый баллончик получится, только еще и нужно, представьте, достать с кармана, раздуть, бросить, то ли просто нажать, грубо говоря, кнопочку на баллоне. Понимаете, да? Ну, тобто, може врятувати, але потрібні... Я думаю, как минимум опыт нужен для этого и, наверное, смекалка, скажем так. Ходи, дмухайте на всех, то потом може навчитись чогось. Назар, ще одна тема нашої бесіди сьогодні, як не перетнути ту межу між самозахистом та, скажімо так, щоб не нанести кому-небудь дуже серйозні поранення. От нам, наприклад, сьогодні та ж сама дівчинка, яка займається карате, каже, що в той самий кадр краще не бити, бо інакше можуть бути потім юридичні проблеми. Як поліцейського, ваша точка зору? Все верно подчеркнула девушка. Смотрите, удар в кадык, что может произойти? Грубо говоря, кадык у нас уйдет, западет, и человек будет его ожидать неминуемая смерть, если ему не оказать там, в считанные минуты медицинскую профессиональную помощь, я подчеркну. Чтобы я посылал, сейчас вернусь немножечко назад. Если это просто будет банальная ситуация, вы нанесете человеку удар в кадык, и по итогу будет летальный исход, вероятнее всего, к сожалению, я могу предположить, что вас обвинят в превышении, как минимум, самообороны. Я думаю, все понимают, да, истечение этого обстоятельства. Вернемся обратно таки. Нужно запомнить вот эти вот все зоны. Глаза, шея, нос, низ живота, пах. То бишь, я не говорю, не обязательно, что нужно ударить именно в кадык. Можно ударить, грубо говоря, кончиками пальцев наотмашь в глаза, либо у девушки сейчас, у девушек маникюр, есть ногти, так. Маникюр, нанести удар в глаза. Да, подумают люди, что можно выбить глаза, но опять-таки, если просто человек будет инвалидом, либо он умрет, это уже немножко разное. Нам еще показали точку под носом. Казалось, верхняя губа, верно. Можно нанести, значит, раскрытой ладонью, то бишь пальцами, но девушка вряд ли это сможет сделать. Что может сделать девушка в ближней дистанции? Если ее прихватили руками, то бишь это стенка, либо это лифт, она может ударить своей головой в район, ну, челюсти под нос, это раз. По поводу нижней, верхней губы, я извиняюсь. Если резко схватить человека за верхнюю губу под нос, очень резко сжатие сделать, то будет большой спазм. Человек, скорее всего, вас отпустит, у вас будет время. Тобто, найголовніше выиграть час. Та встигнути просто покинути це місце. Однозначно. І вже потім викликати поліцію. Нужно дати собі время для того, щоб либо привлечь внимание, либо для того, щоб уйти з даної ситуації. Зрозуміло. Це, мені здається, найголовніша порада за сьогодні. Пане Назаре, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру за ваші поради. Друзі, я нагадую, з нами був Назар Хоклов, інструктор з особистої безпеки поліцейський з тактичної та вогневої підготовки.